Блогера Юрия Хованского, задержанного по подозрению в оправдании терроризма, арестовали на 2 месяца. Такое решение 10 июня принял Дзержинский районный суд Петербурга. Поводом для возбуждения уголовного дела стала песня «Норд-Ост», которую он исполнил около 10 лет назад на стриме у своего приятеля, блогера Андрея Нефедова. В песне Юрий оправдывал теракт на Дубровке, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. В феврале этого года Хова пытался публично оправдаться. Он утверждал, что ему стыдно. Спустя 4 месяца, то есть вчера, в его квартире прошел обыск, а самого Хованского задержали. Оперативное видео разлетелось по всем пабликам. Хованский Юрий Михайлович, это из-за этой песни? Год рождения. 1990. Лежа на полу, блогер признался, что периодически в его квартире появлялись наркотики. Наркотики, вспоминай хорошо, есть? Да нет, не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может, что-то осталось, но сейчас не думаю. Обстановка в квартире, мягко говоря, удивила поклонников творчества Хованского. Комнаты завалены мусором, окурками, бутылками из-под алкоголя и грязной посудой. Видимо, перед съемками блогер расчищал только угол обзора камеры. Отметим, что на суде Хованский свою вину признал частично, просил домашний арест или запрет определенных действий.